Известная омская баскетболистка Арсения Матвеева провела мастер-класс для юных спортсменов. Узнать, попробовать, научиться в физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Дианова пришли более 100 баскетболисток из двух спортивных школ. У Арсения Матвеева очень быстрый взрыв стартом, как бы. И то есть она очень хорошо обыгрывает, и я хочу к этому стремиться, чтобы также проходить хорошо в проходы, забивать. Карьера Арсении Матвеевой быстро идет по восходящей. Баскетболистка, серебряный призер первенства Европы среди молодежных команд, в минувшем сезоне спортсменка выступала за клуб премьер-лиги «Ника» из Сыктывкара. По словам Арсении, появился новый интересный опыт. За год я получила большой опыт, работая с легионерками, с игроками сборной России. Конечно, самое главное – это защита. Нужно защищаться. Защита – это самое главное, в принципе, в баскетболе. Ну, в нападении, конечно, нужно думать головой, меньше ошибаться, больше попадать. Конек Арсении – скоростное начало атаки, финты, резкий проход под кольцо. Она подготовила для юных спортсменок серию специальных заданий. Резкие движения корпусом, смена направлений, низкое ведение мяча, переводы. Упражнение на координацию, чтобы в игре можно было в любой момент сделать перевод и пойти обыграть в проход. Или просто остановиться и бросить. Понравился мне перевод за спиной и под ногой. Также на мастер-классе отрабатывали быстрый выход в атаку, взаимодействие игроков и в нападении, и в защите. Арсения всегда была креативным игроком, мыслящим, и это передает нашим девчонкам, показывая на мастер-классе. Я думаю, девочки это примут к сведению и будут использовать также в будущем. Впереди у омских баскетболисток летние тренировочные сборы. Они начнутся в середине июня.